Есть ли жизнь на Марсе? Мы, безусловно, полетим туда и узнаем. Но когда? А вот эти инфузории, туфельки, кольпеды, эти мелкие черви и нематоды, и гусеницы кукурузного мотылька отправятся на Марс сегодня, хоть и не покинут при этом пределов Земли. Ученые хотят знать, могут ли земные организмы пережить марсианский климат. Включается установка фотостат, и в цилиндре с подопытными организмами начнется сейчас марсианский день. Откачивается воздух. Атмосферное давление на Марсе в 100 раз ниже земного. А температура такая же, как у нас в погожее летнее время. Плюс 25. Кислорода там почти нет. Солнце заливает планету ультрафиолетовыми лучами. Но вот жара резко сменяется холодом. Начинается марсианская ночь. Минус 25. Происходит все это в Институте цитологии Академии наук СССР в лаборатории профессора Льва Константиновича Лозина-Лозинского. И снова день. Можно посмотреть, что же произошло с нашими земными марсианами. Оделись защитной оболочкой, превратились в цисты, кольпеды. Но постепенно они возвращаются в прежнее состояние. Нематоды остались активными. А вот гусеницы кукурузного мотылька и туфельки погибли. Интереснейшие результаты, не правда ли? Все ближе, все понятнее становится для нас далекий Марс.